У него было больное сердце, но никогда не жаловался. Просто в детстве еще, Рамитлянам Тарифетей Ради, что в детстве у него был порок сердца. Но люди с пороком сердца живут и до 80 лет, если жизнь равномерная и хорошая. Когда вот эти экстремальные условия, в которые попал наш народ при возвращении на родину, ну, нервное напряжение, которое годами не спадало, видно, оно привело к тому, что 20 лет назад его не стало. Если говорить как о художнике, конечно, он разноплановый, это другое мышление. Если многие наши художники крымско-татарские получили в Средней Азии образование, то у него другое. Он приехал с Сухуми, потом какое-то время был в Питере. Вот. И поэтому разные периоды и в различных течениях Казым Джепаров очень мастерски воплощал свои идеи. Это был плодовитый художник. Он вставал утром, брал кисть и начинал, у него мольберт, вот кровать, мольберт, он вставал и начинал рисовать. Вот одна картина мне очень нравится, это вот как раз Хызылташ, он показал камень в виде чего-то живого, телесное что-то такое, это камень, а каких-то вот людей он изобразил наоборот каменными. По работам чувствуется, что времени жить осталось мало, и он... Все вот эти годы, 93-й, 94-й, 95-й, 96-й и начало 97-го, тот год, когда он умер, очень продуктивно работал. И во всех этих работах чувствуется его какая-то боль, его мироощущение, его состояние на тот момент. Это очень тяжелые годы были.